А, надо маску взять, слушай. Нельзя. Пойдем. Меня уже все заполнилось. Конечно, заполнится. А расположиться где можно? Вот в зале или терраса еще есть какая-то у вас? Да, у вас мы хотели посмотреть вообще, можно здесь время провести или нет? Сори, Лена сказала, сколько стоит, хочу купить. Лена так сказала. Вам спасибо большое. А, вот. Ну, сейчас еще быстро проходит. Ага. Так а вы со скольки как-то работать тогда будете здесь? Или как-то сложно сказать, да? Ну, вообще у нас, так как мы к курорту относимся, у нас завтрак с 8:30. Но именно по меню основному мы работаем с 11. И до скольки? До 11. Ой, класс. А, до 11, да? Пошли, выйдем быстро. Выставка продажа. Угу. Наверное, стоит где-то от 40. 40. Да, от 40. Угу. Так, Ира, ну что мы будем? Здесь классно, слушай. Здесь вот прикольно, что кондиционеры, да, работают. И летом как бы не будет жарко, да? Значит, мы можем в том зале посидеть, да, сейчас? Да, можно. Пойдем, Ир. Подожди секундочку. Пока не помню. А здесь как-то по территории можно пройти, да, еще? Да, можно по территории погулять. Ира, пойдем. Да, хорошо. И по территории погулять. Сейчас дождь пойдет, пошли, посидим. Не, ну, быстренько. Освежиться. Да. Отель сколько у вас стоит? У нас есть домик и есть отель. Отель где-то от 15 тысяч за сутки, домики 20-25. Человека? За ну, общую, за общую. А, ну вот. Нормально. Есть виллы. А есть количество человек до 8, до 6? Ну, это надо уточнить более у отеля, да. На сайте, да? Ну, в отеле, можно спросить на ресепшн, они лучше знают. Спасибо, Елена. Да. А мы... Я сейчас вас встречу на втором этаже. Спасибо. Тебе в Германию некогда ехать. А? У тебя вся жизнь здесь. Ой.
Спасибо. Здесь, да? Да. Безалкогольная эти приложения. Световые. Смотри тоже Собирай пиво, нам еще идти. Ну да, разнообразия такого нет. Кухня, кухня вся вкусная. А с пивом придется на самом конце, да? Да. А кальяна сколько у вас стоит? По 5? А, дешевле. Это же бутылочная версия, но... Не, без разницы. Ну, конечно, тебе. Не безалкогольная, да. Здравствуйте. А вы не подскажете, а вечером надо лучше забронировать столик или... Сейчас не надо, да? Ну вот, в принципе, пиво останется, да? Ну... Лишь безалкогольного. Наверное, безалкогольная бутылочная, мне кажется. Так, смотрим. Пойдем. Да, да, да. Спасибо. Пойдем там, как там умеет. Ну, а все равно куда можно сесть, да? Ну, давай вон у окна сядем. Интересно же. Такие окна чистые у нас. Это робот мой? Робот, да? Ну, нет, мы клиник называем. Нам убирают. Да. Спасибо. Смотри. А вот, кстати говоря, видишь, елка? Да. И вот видишь эти красные шишечки. Это они, да, это цветы. Ну это шишки потом будут. Да? Ну, это как думаю. Почки, да? Шишки, да. И, кстати, пиво, и вкус пива, кстати, он присутствует. Очуменно. Очень хорошее. Алоха. Ну, куда я ко мне? Ой, Ира. Подожди, ты хочешь, чтобы я разбила стакан? Ты вцепилась мертвой хваткой в бутылку. С ума сошла? Ты хочешь, чтобы я... Я не ожидал, что ты такая цепкая, на самом деле. Ты сдавать пойдешь ее? Нет, я хочу ее просто... Возьми с собой. Кофе тоже ничего такое. Нисколько не обламываюсь. Что пиво не пью.
мультикадр надо сделать, вот прикольно. Мультикадр с музыкой, знаешь? С музыкой пойду посмотрю, что-то хорошо. Я изучаю карту. Попробуй заблудись там. Слушай, там здесь стало классно. Когда я здесь жила, такого не было. Конкретно ну, конечно, здесь жила? Конечно, знаешь, что обидно? Что? Например, мои родители со своей пенсии не смогут сюда приехать. Да отстань ты от своих родителей, господи. И мы, они бы не поехали. Поехали, если Слушай, бы это было бы доступно. Им это не интересно. Но с другой стороны, моя свекровь, она тоже не ездит ну, по Германии. Она ездит в Грецию, в Израиль. В Израиль? Мертвое море. Ой, как классно, подожди. Ой, круто. Это же вот как в Москве, вот эти все... Не поминает эту Москву дебильную. Спа, вот эти все. Ой, как классно. Вот эта дорожка, вот эта вот кривая, да? Круто, слушай. Хочу посмотреть, где домик внутри. Я тогда можно это спросить? Ну вот где-то ресепшн, она же сказала, где-то гостиница. Слушай, я вообще-то мне пиво, вроде там 4,5%. Ну это нормально. Немножко хорошо. Зашло. Там какая-то площадка. Пошли площадку. Посмотрим. Площадку надо посмотреть обязательно. Дома из клееного бруса. Она живет в Питере с мужем, без детей. Кто вот приезжает это? Приезжает сюда на несколько дней, живет в гостинице и потом уезжает. Ну, здорово. Посменно у них. Почему туда можно сходить еще? Блин, вон туда. Куда? В том числе. Я убрала. Потому что, наверное, вот это, да? Гостиница. Ой, как классно. И погода самая суперская, что мы не... Да, да, солнца нету, дождя нету, и людей нету. Тут можно заглянуть, да, наверное, или здесь просто гости отдыхают, да? Ой, как классно, смотри. Наверное, здесь кто-то надо отдыхает. Это гостиница. Ну, кстати, немецкая площадка, все в дереве, все да? В не пойдем сюда? Ладно. Смотри, какая дорожка. Деревянная. Каски на русской. Ой, на русской, на детской площадке. Пойдем? Ну, наверное. Что значит гости отдыхают? Нет, ну это чужое место. А как доехать без машины? Вот сейчас на машине, а как без машины доехать с ребенком? А вы знаете, это все лучше спросить, вот здесь вот направо на улице. Да. Пошли.
Фунчилки, шуб, на шубке. Ира. Ой, какие хорошие. Кого ты увидела? Ну вот я хотела. Ой, вторая, смотри, пришла. Какие прикольные. Смотри, вторая выглядывает. Она прячется в каком? На лестнице она прячется. Пошли, Ира, там выйдем, слышишь? Ир, ну, пожалуйста. Касается, дай царапаться. Пошли. Рецепшн, там можно выйти на улицу. Прямо. Туалет, там кто-то сидит. Вот сюда. Вот сюда. Сюда. Нет, там карта, там номер уже. Ты прокаты этих самых, да? Ну да. Пойдем на улицу и там пройдем. Уже все изучил, пойдем уже. Одень мне маску, а? Ну она же старая, на новую, держи. Да. Маска же действует. А, сейчас? Мы там дома. Это выйдем. Так, сейчас одну секунду. А вы здесь можно пользоваться бесплатно, да, если не продается. Что ты хочешь? Номер посмотреть. Окей. Классно, да? Пойдемте. Спасибо. Да, это длинный груз. Картины. Как еще раз? Длинный груз. А привезенный из Финляндии. Так, а еще раз дерево я не очень поняла. Длинный брус. Длинный брус. Да. А дерево так и называется, да? Не, ну брус это же, наверное, доска. Да, хорошо. Да? Вот, пожалуйста, да, это получается номер, но вот это вот с балконом. Это на 1000 подороже, чем без балкона получается. Ну, вот первый этаж. А какая цена? Да, я не раз слышал. Какая цена? 14. Да. Санузел, пожалуйста, вообще можно посмотреть. А высокий сезон существует или... Да, он начинается как раз 1 июня. Ага. Поэтому мы даем сейчас до июня скидку 20% на проживание, потому что начинается сезон. Да, начинается сезон. Вот, на террасу можно выйти посмотреть. И как там нет мини-бар, да? Входит водичка, ага. Вот, то есть будет входить вода, чай. Да, все поставлено и будет. Трехзвездочный отель, да? Да, да, да. То есть халатики, полотенчики. Ванны или минералов? Ванны нет, минералов, только душ. Ну, сауна есть, да? Все будет. Сауна есть в некоторых, да, даже в клубах. Я не понимаю, включилось это или выключилось? А, у нас оно включено. А, вы просто там, да. Да, у нас здесь все вот здесь регулируется. Как включить? Вот. Простите, вы не могли бы включить? Ага. Ну что, сейчас да. Я включила. А, ты включила. А, так гораздо лучше видно. Да, да. Смотрите, в джакузи бассейна нет, но у нас 1 июня появляется хаммам и спа-центр. Ага. Вот, массажисты работают на втором этаже в массажный кабинет. И есть банный комплекс. То есть можно баню арендовать, и там есть японская купель фурака на улице. Там можно плавать. Будет. Извините, вот эта цена 14 тысяч, это цена высокого сезона или нет? Я хотел понять. Это сейчас уже высокого сезона. А, то есть вы цену объективно. Плюс 20% скидка до 1 июня. А, если забронировать? Плюс 11, да, если забронировать, да. То есть получается 11 уже. Ира, да. Ну все засняла уже. Классно, да. Спасибо. Вот, так что думается, да. Родителям. Спасибо. Вот, да нет, за что. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Побольше приятных гостей. Спасибо. Чтобы голову не морочили. Поменьше шума. Да. Да, у нас не шумно достаточно вообще. Просто когда много детей, шумно. Ну, детей днем. Днем, да. Днем может быть. А вы знаете, что я хотел спросить? Перегородка между номерами, кстати говоря, она из такого же цельного? Из такого же, да. По слышимости, я имею в виду. По слышимости лучше на втором этаже проживать. А, да, все-таки. Да. Хорошо, спасибо. Да. Цена не меняется от этого, да? Цена не меняется, но лучше, да, все-таки, да. Спасибо. Хорошо. Да, не за что. Так, господи, куда-то пошла. Ну, ладно.
пути меняли. Куда он должен был умчать? Страну оленей. Страну оленей. Ну вот мы и здесь, слушай. Страна оленей. Мы приехали. Россия. Мы приехали. О, смотри, ты можешь такой мангал у себя на даче. Спасибо. Сделать. Ты будешь жарить на таком мангале что-нибудь? Конечно. Почему нет? Очень хорошо делать. Здесь можжевельник уже растет. Ну что, пойдем на пирс? Пойдем, я тебя уже прошу. Не надо нам догонить зайти. Тропа? Нету. У меня есть. Ну, тогда иди по газону. А? Тогда по газону можешь идти. Нет, там еще борлиоз есть, он хуже. От него прививки нет. Тогда нам надо за борлиозом. Надо антибиотик принять, и все пройдет. Вам так просто. Сейчас мне надо будет. Ой, смотри, какие корни, посмотри. Да, еще в зоопарке у нас. Как в зоопарке? Меньше. Тебе надо поменять животных? А, ну, ландшафт? Такая, да. Интересные корешки. Я потише хочу птиц. А, ну пила здесь. Да? Так, а есть по магнитному замку. Смотри, как сучья по земле прямо стелятся. Ветки прямо по земле. Что это значит? Пошли там к тому зданию, подойдем, там что-то строят. Кстати, здесь тоже мангал.
Надо, надо. Вот оно, истинное лицо России. А то думают, Мариинка. Вот оно. Нас же люди делают. Нет, мне было, наверное, 17, или 27. Я иду, работаю над этим. Ир, смотри, там уже дождь идет.